конце минувшего года Shell совместно с национальной системой платежных карт, первой среди топливных компаний, ввела оплату топлива и товаров по QR-коду через систему быстрых платежей. К решению о запуске альтернативного способа подтолкнули высокие расходы на эквайринг, то есть банковское обслуживание. Эти издержки сопоставимы с затратами на транспортировку и хранение топлива. А чтобы сделать сервис привлекательным для покупателей, компания Shell запустила акцию, в рамках которой клиент получает двойные бонусы и выгоду до 1,5%. У нас есть программа лояльности Shell Club Smart, и каждый клиент, который оформит эту карту и захочет оплатить покупку через систему быстрых платежей, сможет получить двойные бонусы на свою карту лояльности. И это не просто бонусы, которые непонятно как применить. На эти бонусы можно купить топливо, можно купить товары, магазины и кафе, а также эксклюзивные подарки лояльности, которые представлены в нашей брендированной витрине на АЗС. Пока доля транзакций, прошедших через систему быстрых платежей, невелика. Нужно время, чтобы клиенты к такому способу привыкли. Те же, кто уже оценил его достоинство, пользуются им очень активно. Ой, вы знаете, вообще это удобно. Быстро достаешь телефон, там как бы по QR-коду заходишь, и все. Я очень часто этим пользуюсь. И на заправках, и там в магазинах, и такое. Ну и что мне нравится, что баллы можно потратить. Вот, например, кофе я вот купила на баллы. Слушайте, ну я очень часто заправляюсь по QR-коду. А вообще мне это нравится, потому что двойные баллы начисляют. И трачу я их на кофе и на бензин. Вообще очень здорово. В Shell всегда классные акции. Мне нравится. Чтобы оплатить топливо или товары через систему быстрых платежей, необходимо открыть мобильное приложение банка, считать QR-код с предчека, выданного кассиром, и подтвердить операцию. Весь процесс занимает пару минут. Это быстрее, чем рассчитаться наличными. Мы видим большой потенциал в том, чтобы развивать систему быстрых платежей на наших станциях, поэтому мы обязательно планируем новые интересные акции для клиентов. В том числе мы пока оставляем акцию по начислению двойных бонусов Shell Club Smart, чтобы давать выгоду клиентам до 1,5%. И также новые акции уже не за горами. В 2022 году обязательно сделаем анонс. Оплачивать покупки по QR-коду и получать выгоду до 1,5% можно не только в крупных городах. Этот способ используется почти на всех заправках Shell. К слову, сегодня сеть компании насчитывает более 400 станций в 28 российских регионах.